Привет всем! Тема этого видео – как самостоятельно провести диагностику двигателя и спросить ошибки. Ошибка – чек – высветилась на приборной панели, а сам мотор чувствуется, что работает не совсем нормально. Как избежать затрат и своими руками найти неисправность? Подключаем ноутбук или смартфон к специальному разъему в ногах водителя и находим коды ошибок. Найденные коды ошибок говорят о конкретной неисправности конкретного узла и позволяют быстро локализовать проблему. Сложность заключается именно в поиске проблемы. Многие детали даже проще поменять самому. Можно ли избежать поездки на сервис и самому продиагностировать двигатель? Да, конечно, можно. Современные автомобили оснащены многочисленными блоками управления, информацию с которого можно собрать, даже с дешевым сканером, через специальный разъем АБД, который приняли в США 30 лет назад. Тогда каждый автопроизводитель придумал свой проток и, естественно, свой разъем, который и позволял получить информацию. Другими словами, под каждый бренд нужно было приобрести свой прибор. Разнообразие разъемов и штекеров ликвидировали в 1996 году, введя единый стандарт с единой колодкой ОБД-2, которая сегодня стоит во всех автомобилях. Да. Дорогое профессиональное оборудование, точнее, дает большие возможности. Но ведь обычному автовладельцу это и не нужно. Требования то у обыкновенного владельца простые. Узнать основные проблемы. Да и потом скинуть ошибку, которая уже решена. Для этих задач обычного китайского дешевого сканера со смартфона более чем достаточно. Тем более, что пользоваться таким гаджетом очень просто. Интегрировав девайс в систему через порт, качаем программу через Google Play на смартфон, подключаемся и добро пожаловать в мир мотора. Кембриджских знаний для расшифровки не требуется. Потыкав полчаса в различные вкладки, можно получить всю информацию и даже убрать ошибки. Пропуски зажигания и неисправная катушка, погибшая свеча и тупость мозгов двигателя, высаженный аккумулятор и многое другое легко локализовать через ОБД-2 разъем. И ехать никуда не надо. Подключил китайскую коробочку за 500 рублей и все узнал. Вся диагностика занимает 10 минут, а окупается инвестиция уже в момент первого же использования. Ссылку для просмотра и покупки таких дешевых сканеров оставлю ниже в описании видео. Спасибо всем за внимание. Прошу подписаться на канал и ставить лайк, если информация была для вас полезной.